Эй, друзья, вот и рубрика «Бесплатные игры» подоспела. И сегодня мы с вами будем смотреть такую индюшатину бесплатную под названием «Сарус Асцент». Вот. Не забываем поставить лайк, поставить колокольчик, подписаться на канал и обязательно написать мнение свое об игре в комментариях. Мы с вами начинаем. Механизм. Опа. Это, судя по всему, наш враг. Или, может, кто-то босс, кто-то главный. И скипнет катсцену. Мы этого не будем. Итак, главный герой ворвался в какое-то святилище. А, героиня. Главная героиня даже. Окей. Такс. Так, погодите, я сейчас мышку настрою. Ну, окей. Ладно, слушай, выглядит визуально неплохо. Для бесплатного-то проекта. Наверное, нужно подойти к пьедесталу. Что-то впитал в себя. Что-то в себя впитал. А больше ничего нельзя сделать. Ничего не делается. Ладно, погнали дальше. Так. А. Мы впитали какую-то силу. Теперь у нас, смотри, огонь. Какое-то солнце и... Не знаю, копье, что ли? Что это? Копье. Какое-то копье. Так, огонь и солнце. А, это типа бомбы. Ладно. Смотри, мы можем, короче, прыгать, наверное. Прыгать. Ой, ёпта. Вместо шифта здесь какой-то рывок. Непонятно, что там написано, короче. Ладно, давай. Написано было вот это взорвать можно. Погнали. Немного японщины, да, пахнет? Короче, это такой вот платформер, наверное. Экшон-платформер. Двойной прыжок у нас есть. А вот и вражда. Окей. Вражина. Да. Так, я хочу попробовать копьёшко. Ух ты, нифига себе, заваншотил, что ли? Окей. А, еще вот так могу бить. Нифига себе. У меня еще такое копье есть. Но мы вооружены и очень опасны, окей. Ага. Это можно перелететь. А. Надо сначала взорвать, наверное. Так, а чё, где второй прыжок? Где двойной прыжок, ёпта? Это, наверное, надо взорвать сначала, а потом туда перепрыгнуть. Кстати, копье неплохая штука. Мне визуал, в принципе, нравится. Неплохо сделано. Че, я в такую дырку не могу пролезть? О, новая вражина. Ай. Ай. Промазал.
Где? Еще что-то. Так, фаер. Там что-то про фаер было написано. Давай. А, ну можем поджигать, в принципе. Кстати, мы смотри, мы поджигаем, и у них ХП кончается. Неплохо. Слоумо, когда когда всех убиваем. Ладно. Куда дальше-то? А, вот лестница. С этой, с оптимизацией небольшая беда, кстати. Немножко проседает ПСП. Мне бы еще поменьше кидать эти. Так, ладно, надо наверх, наверное, забраться. Почему-то второй раз он не сразу не наносит урона второй раз. Видишь? Вроде в нее попадаю. Но что-то как-то. Это что, снег? Только сейчас заметил. Слишком увлекся игровым процессом. Ой, прикольно. Да, как будто это. На фоне такой. Ну, на фоне графики как будто рисованные. Да, прикольно сделан. Необычный ход, окей. О, зимняя локация, что ли? Новый локейшн. Давайте попробуем вот так побить. А чё я ему урона вообще не нанес, в смысле? Ёпта. А есть лечилки-то какие-нибудь? То мне совсем плохо. Ого. Try again. Во время анимации я не могу, короче. Да блин, чё они со всех сторон-то в меня плюются. Плюются всяким. Ляй, Шона. Ох ты, ох ты! Ты откуда там взялся? Капец они. Ушли. Паскуда. Как лечиться? Есть лечилки какие-нибудь? Дыхай. Да в смысле? Да что ж ты такой? Неужели? Может, вот этот огонь как-то, не знаю, лечит. Ну-ка. Я могу, короче, помедитировать и вылечиться, окей. Это что такое? Что это? Что это я взял? Это прикольно. Какой-то ритуальный столик там. Короче, вот эти пятки, из этих пятен вылазит вот это говнище. И во время, когда она в анимации, я не могу наносить ей урон. Тут плевучие. Thank you.
Отлично. Так что ж ты второй раз ты не попадаешь по нему? На. Отлично. Отлично. Что за столик? Ой. Это жижа, да, из которой вылазят монстры. Над ней какой-то ритуал проводили, что ли? Давай взглянем, что здесь. А, эта дорога приводит в одно и то же место. Ах ты засранец, попал по мне. Немножко помедитируем. Забыл, на какую кнопку. Ох ты! Все. Несложно. Ничего сложного. Зачем? Блять, не допрыгнул. Вот так. Я забыл, что бега здесь нет. Я хотел, короче, разбежаться, типа, и прыгнуть. А я забыл, что вместо бега у нее, короче, вот это ускорение. Да попади ты ж, уже ж. Ух ты. Статуя показывает туда. Окей. О, а там крутится эта штука, которую вначале нам показали, видишь? Это портал, наверное, или фиг знает, механизм. Так. Большое. Это босс файт. Это босс. Сейчас мы тебя. Лошпидиуса. Намазал. Ладно, босяра несложный. Оп. Но неплохо. Несложный, но неплохо. А из него ничего не вываливается, что ли? Ладно. Слушай, забавная игруха. Я бы, если честно, погамал в такой этот, полноценный проект какой-нибудь. Прикольно. В принципе, красочно. Сейчас она эту жижу, наверное, оживит. Я думаю, мне сюда надо. Ага. Еще один здоровяк. Окей. Ух ты, он еще каким-то бластером фигачит. На. По хребтине-то. А по сапатке. Красиво. Стоят в ряд такие. Минус одна полосочка. Наверное, сейчас... Да, я так и думал, сейчас опять оживит такую же хрень. Где-то наверху, короче. Может,
стоит подлечиться. Пока время есть. Ни хрена их там. Дружбанов. Я, что ты сразу двойной прыжок не сделала? Лазер прикольный, да красивый. Добил? Нет, еще удар остался. Ага. Что-то я полагаю, еще, наверное, два раза, потому что целая полоска. Ух ты! Это что-то новое. Вторая стадия. Разработчики умудрились даже двойную стадию сделать. Нормально. Ой. Ай-яй-яй. Отлично. Интересно, а у этих вот они будут какие-то другие, нет? Или они одинаковые постоянно? Да, у них удары одинаковые. О нет, смотри, какой-то новый удар. Хвостиком, хвостиком машет. Отлично. И осталось добить, наверное, вот этот вот шар. Лоб. Еще разочек. Ох вы. Ой-ой-ой. Отлично. Эпик, ёпта. А, на этом все. Вот оно, вот оно. Короче, вот такая вот небольшая игруха. Блин, а, прикольно. Я бы, если честно, погамал какой-нибудь полноценный проект, ну, такого, допустим, мы даже вот эту же игру, но полноценный большой проект бы погнал. Прогнался по нему бы. Как бы, типа, вот это вот был бы, знаешь, это, типа, первый босс, допустим, в игре. Почему бы и нет? Оптимизацию пускай подправили бы и т.д. и т.п. Вот, разработчики, если вы смотрите этот видос, то мотайте на ус. Я желаю полноценный проект. Вот. Короче, всем спасибо, кто посмотрел видео. Надеюсь, вы не забыли поставить лайк, поставить подписку, колокольчик. И не забудьте написать в комментарии свое мнение о игре. Вот. И увидимся с вами на следующих стримах и на следующих видосах. Всем пока.